То есть дальше у нас с вами пойдет непосредственно монтаж, работа с компьютером. Будем делать мультикамеры, если две вместе синхронно работали, одновременно синхронизировать и делать из них мультикамеру. Если, значит, одна, то одну. И посмотрим, какие камеры, как снимают. Две батарейки уже зарядились. Одна еще там заряжается. GoPro заряжается. Идиллия. Все заряжено. Зелененьким горит. GoPro погашено. Делаем мультиклип. Нажимаем вот как раз. New Multicam Clip. Называем, включаем обсчет. Вот она, камера уже сделалась. Вот видите, значит, я ее ставлю на тайм-ленту, нажимаю вперед и Звук смотрим. соответствующий. Это у нас Sony. Все. Я включил камеру на запись. И вот с камерой GoPro. Теперь из этих камер я выключил звук, чтобы они мне не мешали. Я выбираю камеру 2. Раз. Камера 2. Пожалуйста, крупный план. Вот. Мне не понравилась камера 2. Я выбираю камеру 1. Все это, естественно, меняется здесь на таймленте. То есть я опять выбираю камеру, смотрите, 2. Нажимаю. Где я нажимаю? Я нажимаю непосредственно здесь. 1, 2. Это первая, это вторая. Выбираю. Останавливаю. И дальше я вот включаю нажатием пробела. Включим звук, что там у нас. То же самое проделаем с этой камерой. Здесь мы можем. Они автофокусируются. Это большой плюс. В отличие от Кэнона, где надо было выбрать фокусировку, настроиться точно. И если точность у нас отсутствует, то, естественно, автофокусировки нет, и у нас будет изображение лица нечеткое. Вот в чем фишка видеокамер. Посмотрите, вот здесь я нажимаю на как бы in. Здесь я сейчас нажму. И смотрите, что на тайм-ленте появится метка. Вот она in. Вот эта кнопка у нас out. Если я нажимаю, значит, это говорит о том, где окончить вот этот вот отрезок. Ну, допустим, вот он пошел. Вот. И сравним, что у нас получается. Какие камеры снимают. То есть я вот здесь нажал, все, раз, получилось. То есть мультикамера готова. И все это я теперь просто-напросто передаю. Вот она. Функция. Передаю в мастер файл. То есть мы сохраним оригинал в качестве HD, в полном качестве. Я нажимаю, он, значит, спрашивает, что, что, как и куда. Я напишу Sony. Ага. Sony.
И здесь. Так. Сравнение. Сравнение. Значит, файл весит трехминутный, да, с небольшим. 2 гигабайта, 280 мегабайт. Шаря. Сохраняем, шаримся. Когда просчет заканчивается, в углу экрана в верхнем правом появляется вот такое предупреждение, что дело сделано. Закрыть. Сворачиваем. И где он у нас появился? Sony сравнение. Вот она, Sony сравнение. Ну, пускай здесь она. Мы его лучше. Мы его лучше. Так как мы здесь работаем, то мы его сюда и перетянем. Sony раз. Записалось. Это мы стираем. Перемещаем в корзину. Теперь мы можем GoPro сравнить. Да, у нас тоже две камеры. Что мы тут, значит, выберем? И сейчас мы с вами посмотрим, что мы тут выберем. Что он нам компьютер сделает. Посмотрим, что у нас тут получается. Ага, MP3, это что у нас? Распаковка, я ждал. Так, распаковка, это не то. Так как я веду свой канал Малахов Про, на нем выкладываю разного рода видео, и поступила просьба, ну, показать, как я там снимаю. Это оставляем. Значит, как мы будем работать с GoPro? Вот они у нас есть. Мы опять Final Cut. Это уже нам не надо. Запускаем Final Cut. Удаляем, ставим ленты. Далее эти все клипы нам не нужны. Кстати, молодец, он сам тут пронумеровал. Мелочь, но приятная. Это все удаляем, оно нам не надо. Это также нам уже... Ну, пускай этот мультиклип повисит. Вот, видите, с одной GoPro я снимаю. Это все мы покажем. Вот вторая камера здесь. Стабилизатор. Две камеры Sony старенькие. 4 камеры Mark 3 фотоаппараты. И на все это я снимаю. На марке я снимал целебную кулинарию, потому что качество должно быть хорошее, очень хорошее. И оно такое получилось. Что касается видео вот, повсеместного, то я стал снимать на GoPro. Камера маленькая. Снимает достаточно хорошо, главное, чтобы было освещение и мобильное. Кстати, если вас интересует вот здесь разрыв, как сделать, ну, будет переход. Вот один из переходов, вот они, значок, который означает переходы. Ну, мне нравится, какие нравятся, мне нравится... Вот этот вот переход. Я его просто-напросто беру и сюда перетягиваю, видите, он становится. Получается, что в итоге получается. И в итоге вот что получается, смотрите. Включается. Раз, нормальненько перешло, да? Все, вот так я делаю переходы. Значит, этих переходов тут огромное количество. Кому какой нравится. Ну, мне понравился первый. Я особо не мудрствую лукаво. А вот я решил сделать мультиклип из этих камер.
Значит, new multicam clip. Я его называю 1S, называю 02. Опачки, пошел. Расчет. Почему его решил сделать? Да потому что здесь сейчас попался фрагмент видео включения и одновременно работы двух камер. И как раз можно вот с одной в другую взять. И получается весьма интересно. То есть, вот смотрите, что получилось. Я даже вот этот вот клочочек, сейчас клочочек, видите? Вот этот клочочек, я его не буду сейчас выбрасывать. Посмотрю, что получилось. Торопиться никогда не надо. Вот я вставляю мультиком сюда. Да? Это у нас пошло. Черное, это говорит о том, что сейчас работает мультикамера номер 2, а до первой нету, то есть я еще не включил. Поэтому это все можно пробросить, так как я до этого сделал. А вообще-то можно было бы оставить. И смотрите, что у меня тут получается. Получается вот щелчок. Здесь я могу поставить. И это все удалить. То есть это у меня есть. И теперь смотрите, что у нас. Что у нас есть. У нас есть вот эту камеру, я выключаю. Даже не отсюда надо щелкнуть, а смотрите. Фильм. Если бы закрыто, то можно было бы уже сделать работу, а не стой. Теперь смотрите, я можно выбираю из этих двух. Уже с этой камеры. Уже с этой камеры. Поэтому вы видели, значит, две камеры у меня есть. GoPro, запоминаю. С них я все это снимаю, мне вполне удовлетворяет. Ну, есть старенькие камеры Sony, которые также хорошо снимают. И мы сделаем с вами такой интересный тест. Мы, значит, снимем на GoPro. Снимем вот, смотрите, ракурс не совсем хороший. И снимем на Mark 3. И это все качество. Но я предпочитаю работать в этой программе, потому что нету сейчас такой видеотехники и особо телевизоров, которые бы нам показывали в 4К. То есть, ну, просто-напросто это видео, конечно, качество намного лучше, но меня вполне удовлетворяет и данный момент времени удовлетворяет вообще общество. Это HD. Поэтому я думаю работать в этой программе. Я делаю мультикамеру из трех камер. Первую я уже сбросил. А, вот она где. Она, значит, сюда ушла. Это будет у нас вторая. Вторая. И это у нас будет третья. 8, значит. Это у нас будет третья. Есть. Теперь смотрите, я выделяю, чтобы сделать мультиклип. 3, 2 и вот он один. New мультиклип кам. Это у нас будет номер. Ну, пускай 0,5. Сначала синхронизируются камеры. И вот мы имеем готовый результат. Вот он. Ага. Смотрите, тут не просто.
а уже 2/5. Пятый у нас вот такой, ага. Пятый вот такой. То есть у нас должно быть 3 камеры. Сейчас мы посмотрим. 17 и этот. У нас должно быть 3 камеры. 1, 2. 1, 2. Так, вот здесь вот. Должны поменяться. Ну, хотя бы смотрите так. Да? Картинку смотрим сюда. Это первая камера. Это вторая камера. Это третья камера. Третьей камеры нет. Первая, вторая, третья. Третьей камеры еще нет. Еще. Первая, вторая, третья. А куда третья делась? Куда делась третья? Сеттинг. Две. Нам надо поставить не три дисплея. Три. А четыре поставим. Вот они, все четыре камеры теперь у нас появились. Видите? Что надо было переключить в настройках, чтобы у нас было 4 видеокамеры. Ну, 3. То есть у нас 2, 4, потом 9, 10. Ага. Хорошо. Значит, теперь смотрите, что мы делаем. Все теперь становится ясно и понятно. Мы настроились. И смотрим, что у нас тут появляется. То есть первая камера пустая, вторая, вернее, третья появилась. И я сейчас иду включать первую камеру. Первая камера, все. И отсюда можно рубануть. Рубануть, да? Рубануть и начнем, ну, с первой камеры. Первая камера. Как мы видим, нормально. Все. Переключаем на вторую камеру, то есть это с другой стороны. Тоже это нормально. И центральную третью. Бабахнули. Есть центральная третья у нас. Появление красной точки вот он. Здесь. Тут я пока а что-то вот это. Вон она. Здесь можно сделать вот так. Дальше посмотреть. Вот я появляюсь в кадре. Сажусь. И что мы видим? Мы видим, что на маленькой вроде бы нормально, а здесь фокус не взят. То есть фокус взят по вот этой, а лицо оказалось чуть ближе. И в результате у нас получилось, что третий брак. Здесь вторая нормально, первая также нормально, так как была настроена несколько дальше. Вот такие-то дела, чтоб вы знали. Да, не попали, вот видите, такой брачок бывает, неприятный. Значит, нажимаем на вторую, мы смотрим, вот свет убрал, чтоб не слепило. То есть у нас подсветка сзади. И третья. Ну, здесь подсветка особо не видна. Но тем не менее. Встаю. Отодвигаю. Вот. Отодвигаю. И опять сажусь. Теперь, если взять второе. Смотрите. Свет меня не слепит. Итак, перед вами камеры, на которую я снимал. И теперь посмотрим,
Что же лучше снялось в формате HD? Ну, здесь следует, конечно, взять такие критерии, как быстрота съемки, простота съемки, ну и, наконец-таки, качество съемки. Съемка видео на iPhone 6 Plus. Вот она как. Сняло всю комнату. Съемка видео на кинокамеру Sony. Видите, здесь даже распознавание лица есть. Есть увеличение, приближение, зум. То есть специально настроена кинокамера. Также здесь дрожание, стабилизатор есть. Позволяет совсем по-другому все это дело снимать. Съемка на GoPro со стабилизатора. Здесь ничего не приближается, не удаляется, а просто снимается. Вот, фокус не наводится. Все как бы издали, и все захватывается. Итак, я снимаю на Mark III. Навел на цифру 8. И пошел по комнате. Здесь необходимо, наверное, опять навести резкость. Итак, съемка на Mark. Удаляем. Переводим вглубь комнаты. Здесь сейчас я снимаю, я навел на картине на Андрюшку Малахова немножечко на себя. Снимаю. Так, если я сейчас стабилизатора тут нет, добавлю немножечко света, то это получится так. Если вот посерединке, это так. Так, теперь я снимаю. Я навел фокус на штатив, на надпись, которая на штативе. Со светом я ничего не делал, как есть, так и есть. То есть здесь необходимо уже регулировать, куда вы наводите, что вы снимаете. И, наконец, я сейчас навел на вот это вот египетский календарь. Вот он в центре. Вот так вот. И снимаю. То есть Mark III более сложная техника, которая требует предварительной работы по наведению, там свету. Вот смотрите, я сейчас буду добавлять света. Вот. Где-то засветилось, где-то нет. Угу. Вот свет как бы в норме. Вот я его уменьшил, затемнил. Ну, вот так вот снимает Mark III. Выставляешь, и все будет, конечно, хорошо. Съемка видео на фотоаппарат Sony. Значит, здесь у нас есть зум. Вот я на восьмерочку навел. Теперь я и пошел сюда. То есть здесь есть автофокус. Это большой плюс.